Пчеловоды и не только местные готовятся к сезону цветения медоносов. Буквально с 1 мая к работе на пасеках приступят пчелиные семьи. Привезут их в Сочи со всего Краснодарского края. У сочинских пчеловодов пасеки в основном стационарные, а вот для кочевых нацпарк определил 12 лесничеств на общей площади 6 тысяч гектаров. Утвержденная карта локации размещена на сайте Сочинского национального парка. Заявки в первую очередь ждут от местных, чтобы свежий мед нового сбора остался на курорте. Всех заявителей мы хотим видеть сначала в участковых лесничествах, чтобы они на месте уже непосредственно проработали те площадки, которые им больше понравятся для установки своих пчелосемей. Приблизительный расчет на 6200 уликов по всем местам. Если человек хочет зайти на площадку национального парка и поставить там улей, он должен быть готов предоставить все необходимые документы, подтверждающие состояние здоровья этих пчел, то есть состояние ульев, если там какие-то клещи, другие заболевания пчел. Если они будут больны, это будет подтверждено ветеринарными службами. Соответственно, таких договоров не будет заключаться и не будет размещения на территории, будет отказано. Буквально через месяц в Сочи зацветут каштан, липа и акация. С одного улья будет собрано от 8 до 12 килограммов меда. Если же на территории нацпарка смогут разместиться более 6 тысяч кочевых пасек, то и взяток, то есть добыча у пчел, будет исчисляться в десятках тонн. Что касается оплаты, то за один улей нужно будет заплатить 360 рублей за сезон. К слову, за незаконное размещение пасеки на территории нацпарка грозит административное наказание.